стал Михайло Славки. Положил работу, снял фартук, поклонился хозяину с хозяйкой и говорит: «Простите, хозяева, меня Бог простил, простите и вы». И видят хозяева, что от Михайла свет идет. И встал Семен, поклонился Михайле и сказал ему: «Вижу я, Михайло, что ты непростой человек. Скажи мне, Михайло, отчего такой свет от тебя? И отчего ты улыбнулся три раза?» И сказал Михайло: от того свет от меня, что я был наказан, а теперь Бог простил меня. Наказал меня Бог за то, что я ослушался Его. Был я ангел на небе, и послал меня Господь вынуть из женщины душу. Слетел я на землю, вижу, лежит одна жена, больна. Родила двойню двух девочек. Копошатся девочки подле матери, и не может их мать грудям взять. Увидала меня жена, поняла, что Бог меня по душу послал. Заплакала и говорит: «Ангел Божий, мужа моего только схоронили, деревом в лесу убила. Нет у меня ни сестры, ни тетки, ни бабки, некому моих сирот взрастить. Не бери ты мою душеньку, дай мне самой детей вспоить, вскормить, на ноги поставить. Нельзя детям без отца, без матери прожить». И послушал я матери, приложил одну девочку к груди, другую подал матери в руки и поднялся к Господу на небо. Прилетел к Господу и говорю: «Не мог я из родильницы душу вынуть». И сказал Господь: «Поди вынь из родильницы душу, и узнаешь три слова. Узнаешь, что есть в людях, и чего не дано людям, и чем люди живы. Когда узнаешь, вернешься на небо». Полетел я назад на землю и вынул из родильницы душу. Пали младенцы от грудей, завалилось на кровати мертвое тело, придавило одну девочку, вывернуло ей ножку. Поднялся я над селом, хотел отнести душу Богу. Подхватил меня ветер, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна к Богу. А я упал у дороги на землю. Остался я один в поле. И ногой не знал я прежде нужды людской, не знал ни холода, ни голода, и стал человеком. Проголодался, измерз и не знал, что делать. Пришел вечер, я и застыл, и изболел весь. Вдруг слышу: идет человек по дороге, несет сапоги, сам с собой говорит. И увидал я впервой смертное лицо человеческое. После того, как стал человеком,
И страшно мне стало лицо это. Отвернулся я от него, и слышу я, что говорит сам собой этот человек о том, как ему свое тело от стужи в зиму прикрыть, как жену и детей прокормить. И подумал, я пропадаю от холода и голода, а вот идет человек, только о том и думает, как себя с женой шубой прикрыть и хлебом прокормить. Нельзя ему помочь мне. Увидал меня человек, нахмурился, стал еще страшнее и прошел мимо. И отчаялся я. Вдруг слышу, идет назад человек. Взглянул я и не узнал прежнего человека. То в лице была его смерть, а теперь вдруг стал живой, и в лице его я узнал Бога. Подошел он ко мне, одел меня, взял с собой и повел к себе в дом. Пришел я в его дом, вышла нам навстречу женщина. Женщина была еще страшнее человека. Мертвый дух шел у нее изо рта, и я не мог продохнуть от смрада смерти. Она хотела выгнать меня на холод, и я знал, что умрет она, если выгонит меня. И вдруг муж ее напомнил ей о Боге. И женщина вдруг переменилась. И когда она подала нам ужинать, а сама глядела на меня, я взглянул на нее, в ней уже не было смерти. Она была живая, и я в ней узнал Бога. И вспомнил я первое слово Бога: «Узнаешь, что есть в людях». И я узнал, что есть в людях любовь. И обрадовался я тому, что Бог уже начал открывать мне то, что обещал. И улыбнулся я в первый раз. Но всего не мог я узнать еще. Не мог я понять, чего мне дано людям и чем люди живы. Стал я жить у вас и прожил год. И приехал барин заказывать сапоги такие, чтоб год носились, не поролись, не кривились. Я взглянул на него, и вдруг за плечами его увидал товарища своего, смертного ангела. Никто, кроме меня, не видал этого ангела, но я знал его и знал, что не зайдет еще солнце, как возьмется душа богача. И подумал я, припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера. И вспомнил я другое слово Бога: узнаешь, чего не дано людям. Не дано людям знать, что им для своего тела нужно. И улыбнулся я в другой раз. Обрадовался я тому, что увидал товарища ангела, и тому, что Бог мне другое слово открыл. И все жил я и ждал, когда Бог откроет мне последнее слово. И на 6-м году пришли девочки-двойни, женщины. И узнал я девочек, и узнал, как остались живы девочки эти. Узнал и подумал, просила мать за детей. И поверил я матери, думал, что без отца матери нельзя прожить детям. А чужая женщина вскормила, взрастила их. И когда умилилась женщина на чужих детей и заплакала, я в ней увидал живого Бога и понял, чем люди живы.
и узнал, что Бог открыл мне последнее слово и простил меня. И улыбнулся я в третий раз. И обнажилось тело ангела. И оделся он весь светом так, что глазу нельзя смотреть на него. И заговорил он громче, как будто не из него, а с неба шел его голос. Узнал я, что жив всякий человек не заботой о себе, а любовью. Остался я жив, когда был человеком не тем, что я сам себя сдумал, а тем, что была любовь в прохожем человеке и в жене его. И они пожалели и полюбили. Остались живы сироты не тем, что обдумали их, а тем, что была любовь в сердце чужой женщины, и она пожалела, полюбила их. И живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях. Кто в любви? И от голоса его затряслась изба, и раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли до неба. И попадали Семен с женой и детьми на землю, и распустились.